Спорт для всех и для каждого. Так позиционирует эту игру Международная федерация настольного тенниса. Открытый турнир, организованный ювелирной компанией «Фаворит НЕЛ», служит именно этой цели – сделать настольный теннис популярным, дать возможность всем желающим принять участие в соревнованиях высокого уровня. Я сам играю в настольный теннис много лет, больше 25 лет, и я очень люблю этот вид спорта. Мне бы хотелось, чтобы он стал массовым в нашем городе. Сейчас он набирает обороты, но вот эти турниры, в них есть возможность любителям сыграть с профессионалами. Это очень хорошо. Ювелирная компания «Фаворит НЕЛ» проводит такие турниры ежегодно, и с каждым разом они становятся все популярнее. В этом году на соревнования приехало более 50 человек из Армавира, Пятигорска, Черкесска, Майкопа, Ставрополя, Новороссийска и других городов. Это спортсмены разного уровня. Среди них есть как любители, так и титулованные мастера. Такое общение очень полезно, особенно для новичков. Оно дает стимул к развитию. Сделать турнир таким массовым помогло в том числе и участие Армавирского государственного педуниверситета. ВУЗ предоставил прекрасное помещение, принял участие в организации соревнований, подготовил грамоты для участников и выставил свою команду теннисистов. В ВУЗе традиционно очень много хороших фундаментальных традиций создано, в том числе традиция проведения первенств, как городских, так и краевых. Вот сегодняшнее открытое первенство города по настольному теннису для нас является очень знаковым, как в рамках привлечения спортсменов со всего края, федерального округа, так и близлежащих районов. Ювелирная компания «Фаворит НЕЛ» подготовила ценные призы для победителей турнира. Они достались Артему Панченко из Славянска на Кубани, который занял первое место, Ярославу Фараджеву из Ставрополя, он завоевал второе, и бронзовому призеру Эдуарду Апагуни из Сочи. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».